клиент приобрел с рук формат 14-12 и принес к нам на, так сказать, базовое обслуживание, посмотреть, что с ним так, что с ним не так. Во-первых, вилочка уже поездила немножечко. Надо бы ее обслуживать, но сейчас у нас май месяц, соответственно, вилочка откладывается до осени, потому что никто делать это не будет. Втулки здесь на промах, здесь все хорошо, но вот тормоза плохо. Кривые ротора, грязные поршня, то есть все мы это отмывали, настраивали тормоза. Тормоза Текра, соответственно, поршня ходят не очень. Это вот такая основная проблема у этих форматов. Дальше, есть довольно серьезный износ цепи и кассеты. Поездил все это дело уже до 70%, и скоро будет проваливаться 100%. Опять же, клиент только-только купил велосипед, сейчас менять цепь, кассету смысла нету, что это достаточно большие вложения. Я думаю, ему на лето хватит вполне, а может и на 2 года хватит. Но надо следить, то есть периодически заезжать, проверять, что с ней не так. Штуны Shimano на 2 скорости, в принципе, нормально. Переключатель задний Altus, передний у нас 9-скоростной, тут не написано, тоже, наверное, Altus какой-нибудь. В общем, отличие вот этого формата 14-12 от модели 14-11 в том, что здесь вилка стоит Centur, и она закисает намного быстрее, потому что качество обработки поверхности и пыльники не очень. И переключатели попроще. 2 на 9, а на модели 14.1 стоит только 1 на 9, но зато Dior. И поставили наш фирменный багажник. Встает он очень замечательно, очень легко. Остается зазор под крылья. Багажник выдерживает больше 100 кг. Но динамической нагрузки, конечно, на него желательно нагружать как можно меньше. Такой вот небольшой ТО велосипеда перед сезоном. То есть, если у вас колеса на промах, то проблем практически нет. Если у вас тормоза Текра, то проблемы у вас есть. Если у вас вилки Centur, значит, тоже у вас есть, соответственно, небольшие проблемы. Ну и рулевая здесь тоже люфтила. Чуть-чуть подтянули, перебирать будем, соответственно, попозже. Наверное, тоже осенью.